На парковке у торгово-развлекательного центра «Сургут-Сити Молл» сгорела легковушка. Произошло это в начале первой ночи в воскресенье. Спустя 6 минут после звонка на пульт дежурного МЧС два экипажа прибыли на место и в течение 100 секунд потушили пожар. В ЧП никто не пострадал, авто практически полностью выгорело изнутри. Причины того, почему возникло пламя, устанавливают дознаватели.